Сегодня мы будем в классе яйца. С чиками. С чиками, с вашими, да? Да. Как их зовут? Это Гомопчика и это Чика. Так, ну что, мальчики, вы готовы начинать красить яйца? Да, что мы должны всем сказать? Всем наступающей Пасхой! Пасха! Да, Пасха! 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 С наступающей Пасхой! У нас уже было Пасхи, потому что... Была католическая, американская. Да. А сейчас наступает православная. This is my egg. Ой, Чика снесла яичко. Будем красить. И вторая тоже. Have to be careful. Not allowed to break. Just be careful. Not to ruin the whole surprise. Нам нужно яйца, чтобы покрасить. Да. А вот они. Вот они. А, да. И это где мы будем красить? Готовы красить? Да. Mm-hmm. Так, давайте берите яйца и опускайте их в краску. You have to do it by careful. Don't let one of them drop. I do crack. I mean crack. Wow, close. Синюю положи, пожалуйста. Синюю. Мака, сделай. Надо ничего. Пускай. Все. Думаете, у нас в этот раз красивые яйца получатся? Да. У нас еще наклеечки есть. Да. Так, ну что, мальчики, готовы доставать яйца? Да. Два калита доставай. Аккуратно. И на салфеточку. Мальчики, вы готовы сделать Magic Eggs? Да, давайте, да, сейчас я вам покажу. У вас у каждого в салфетке яйцо. Теперь вам нужно макнуть ватную палочку в краску и потом докоснуться ею просто точечно до яйца в салфетке. И так разными цветами. Да? Да.
Так, мальчики, давайте теперь мы закончим украшение яиц наклейками. И у нас получится супер красивые яйца. Давайте, приступаем. Свои magic яйца волшебные. Давайте, снимайте салфеточку очень аккуратно. Так, ну вот, мы смыли салфеточку. Покажите, какие у вас яйца получились. Вот. Вау, красивые, да? Ага. Итак, вы закончили закрасить наши яйца. Да. Красить яйца. Да, красиво. Угу. И всем что скажем? Всем наступающей Пасхой! Доброе утро, мальчики! Доброе утро! Поздравляю вас с Пасхой! Да. И тебя тоже! Спасибо! С праздником Светлой Пасхи! Христос воскрес! Да! Не да, а воистину воскрес, надо говорить. Да. Какие у вас тут красивые цветочки, яйца, куличики! Мальчики, вы готовы поиграть с яйцами? Да! Ну давайте, а потом будем пробовать куличики, да? Так, мальчики, ну давайте начнем яичные бои. Вы взяли свои любимые яйца, которые вы вчера сами накрасили, да? Давай. Кто первый будет бить? Я. Давай, Алекс. Карлос, ты держи. У меня крак. Ну ничего, давайте другой стороной теперь. Моя очередь. Я своей попкой тебе ударю. Так, давайте, я цветочки убрала в сторону, а то они мешают нам немножко. Давайте еще. У кого? У тебя, Кайтус. А-а-а. Моя очередь. О, ну ничего. Итак, 3-4, новый бой. Тебе попка. Теперь разворачивайте. Тебе моя очередь. Теперь Алекс бьет. Ой, я сам себе полосу. А вот так тоже бывает, да? Еще один раз. Два раза нельзя. Ну, я случайно. Так, ну еще один разочек, давайте. И моя очередь. 3, 2, 1, поехали. Это не смешно. Теперь Карлитос бьет. Тебе моя очередь. Вот тебе попку. Так, мальчики, пробуйте куличик. Ну-ка, скорей. А ты смотри, вот как Карлитос, так убери его прям рукой. Так можно? Да. Вкусно? Всем пока-пока. Пока-пока. С Пасхой. Всех с Пасхой. Ура. Христос воскрес.